Всем ку. Ну что, продолжаем продолжать. Сейчас, секундочку. Секундочку. Во, вроде нормально, вроде пошло. Так, давайте смотреть, что у нас новенького, что у нас старенького. Сделал я себе новый наш байк, наш мотоцикл новенький. Получается, нашел чертеж. Чертеж я нашел. Я не знаю, сколько я... 30 дней туда ехал, но, в общем, чтобы понимали, за теми горами. Нашел такую же самую заброшенную базу, нашел чертеж нашего квадроцикла и сделал старый, отправил на старое место вот сюда. Потом, когда у нас будет прокачанная третья болгарочка, мы с вами его разберем. Пробовал сейчас разбирать, но меня током бьет, и мой персонаж как бы не очень себя хорошо чувствует. Так, подключил, получается, трансформатор... И солнечные панели к насосной станции. Потому что у нас очень большое потребление. Так, хорошо, 90 есть. А тут у нас сколько? А тут у нас по нулям. Потому что у нас очень сильно много водички уходит на наши растения. Поставил здесь, получается, здесь вот такие вот штуки. Так, здесь я пока еще не сажал, чтобы показать. Убрал и инкубационный, как он правильно называется. Где ты? Вот этот инкубатор для растений я убрал, но его бессмысленно. Сюда спокойно можете сажать. Здесь оно растет до второго уровня, получается. Сейчас я вам покажу, если вы не видели, где у меня тут в холодильник. Вот, набрал картохи. Можем взять сейчас картошки вот сюда. Подойти к аппарату, положить сюда картоху и извлечь. Это мы извлекаем, получается, семена. Все. Отлично. Бум. Теперь можно из выращенного урожая извлекать семена. Осталось только. Хотя, наверное, мы сможем и так это сделать. Да? Так, вот, да. Картофель сажаем. Все, отлично. Вот у нас идет рост растений. Стадия выращивания на второй стадии, когда до 100% дойдет, просто собирайте урожай и не парите себе мозги. Давайте досажаем. Все, хорошо. У нас даже еще что-то с вами, какие-то остатки остались. Правильно понимаю? Да. Вот, теперь еды у нас с вами запалоза. Осталось поставить здесь где-то вот эту вот штуку. Где наши чертежи? Нет, технологии. Нужно будет поставить систему преодоления пищевых рационов. У нас даже с вами хватает очков навыков. Давайте попробуем сделать. Не знаю, это серия... Ну ладно, поговори. Эта серия будет такая, чисто то, что мы сможем построить, то и сделаем на данный момент. Потому что здесь не так, как в других играх. Здесь нельзя просто пойти наколупать, к примеру, там, не знаю, там руды какой-то и спокойно себе развиваться. Не, нужно либо чертеж найти, либо да, заработать очки опыта и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так что будем постепенно это все делать. Так, отлично. Давайте смотреть. Угу, упаковки. А мне нужно будет, наверное, упаковку сюда еще, да? Вставлять, не знаю. Давайте возьмем картофель. Благо, мы с вами ее вырастили. Вот 40 штучек. И давайте посмотрим, нужно ли будет делать упаковку. Если нужно будет делать упаковку, то мне нужно будет, значит, сделать принтер этой. Хотел сказать принтер электроники, но вы поняли, принтер. Так, упаковка 40 штучек, питание, хорошо, процессор, ну. Все, готово. Оля, у нас с вами 40 картоси. Бум, давайте перекусим. Давайте перекусим, отлично. Где наш инвентарь? И где наша еда? Вот наша еда, 40 штучек. Все. Конечно... Мало пополняет по сравнению с этими вот
питательными. Ну, ладно, как есть. Все. До 100% почти дошли. Хорошо, отлично. Здесь я пока использую и как холодильник, и как хламосборник. Где наши вот продукты питания? Хорошо. Ну давайте, наверное, и из этого переработаем, правильно? Хоть что-то у нас Available point for technological advancement. уже вырисовывается. И это не может не радовать. Так, забрать. Закрыть. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Положим опять же вот сюда. Здесь нам сажать, в принципе, нету, да, чего? Или здесь еще можем посадить? Так, не, поднять. Сколько процентов? 46. Угу, первый этап. Хорошо, хорошо, хорошо. Растите. Так, давайте смотреть, что у нас по технологиям 5 штучек есть. Сюда мы еще вернемся. В электричестве, электроника, да? Так, верстак. Верстак мы с вами там поставили, но еще не сделали. Это идет улучшить не трансформатора. Понятно. Понятно, понятно. Здесь у нас что? Здесь модификация, увеличить производство солнечных панелей. Тоже хорошо. Это помогает при работе с верстаками. Блин, две штуки, не хотелось бы их потратить впустую. Увеличит емкость аккумулятора. Угу. А это что? Это у нас средняя солнечная батарея, да? А у нас нету, нужен чертеж. Эффективное, понятно. А у нас чертежа этого нету. Давайте с материалами смотреть, что мы можем материалы сделать. Можем поставить комплект для ремонта шлема. Нет, нам не надо. Вот, 3D принтер. Хорошо. Так, капсула выживания. Это типа мы сможем с собой ее брать, когда мы будем путешествовать, делать экспедиции. И коридор. Нет, пока мест нет. Давайте попробуем сделать 3D принтер. Бум. Materials, technology access level increased. Хорошо. Available point for technological advancement. Все, тихо-тихо. Здесь у нас с вами по нулям, правильно я понимаю? Так, ящики, ящики, хорошо. Давайте смотреть. Давайте смотреть принтер в мастерской. Это же этот принтер, правильно же? Или не этот принтер? И куда бы мне у тебя его поставить бы? У нас тут места нет. Ага. У нас все занято. Так, давайте, наверное... Так, давайте, наверное, что мы с вами сделаем? Но эта штука нам по-любому надо, правильно? А вот это вот ремонтировать платы. Я думаю, что в принципе пока мест нет. Мы ее перенесем. Перенесем с вами в другое место. Так, не туда. Дай, 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 дай. Так, опа. Хорошо. Бум. Не знаю, хватит ли нам, либо не хватит. Сейчас посмотрим. Не надо ли будет нам что-то идти-то делать? Не, хватило с головой. Во, давайте смотреть. Так, алюминий, железо. Ага, это все в принципе то же самое, да? Украшения. Что это такое? А, это книги, тарелка. Это все то же самое, что у нас было с вами на нашем маленьком модуле, да? Так. Угу. Ну, с одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, это бесполезная штука, только занимающая место. Наверное, будет надо его перенести куда-то в отдельный блок. Куда-то его поставить. Так, идемте, давайте посмотрим. Потом сюда еще вернемся. Вот. Я еще открыл вот такие вот штуки. Это переходы на четыре стороны. Вот я думаю, не знаю, может в эту сторону поставить вправо еще один такой вот склад. И в нем вывести всю типа электронику. Ну, там кислород добывать и делать всякие 3D штуки. Давайте попробуем. Не знаю, хватит ли мне.
Вот это жизнь, мастерская. Хватит ли мне, либо не хватит. Так. Алло, повернись, пожалуйста. Куда я тебя хочу поставить? А, или ты будешь мешаться, да? Так, вообще неудобно, вообще неудобно. Я вообще ничего не вижу, что я хочу. Ага, мне будет мешать мой, получается, мой звездолет. А тут ты мешаться не будешь, но тут я хотел что-то другое поставить. Так, может сюда его влепить, как думаете? Он же тут мешать никому не будет, правильно? Так, давайте попробуем поставить. Здесь ты никому вроде не мешаешь. Все впритык, отсюда входа и выхода у нас не будет. У нас с вами будет один вход. Давайте попробуем, попробуем сделать. Самое главное, давай начнем, наверное, мы с тебя. Как раз посмотрим, как это все делается. Не знаю, хватит ли мне, либо не хватит вещей для этой постройки. Но на крайняк принтер теперь есть, можно будет там сделать. Самое большее, что я хочу в этой игре изначально, наверное, сделать, это прокачать свою болгарку до третьего уровня. А чтобы ее прокачать, мне нужно будет найти кое-какие чертежи. Так, еще чуть-чуть, еще маленько. Так, отлично. Так, мастерская тут у нас есть. Сюда я электричество подводить не буду. Оно автоматически как-то через шлюзы идет вот сюда подключается. Так что здесь оно не надо. На крайняк просто я здесь увеличу. Вот у меня емкость батарей. Насколько она мне здесь? Так, ладно, давай так переключим. Вот она у меня на 60 час. И объем у нас 450 киловатт-час. Ну, то есть запас есть. В принципе, я думаю, нам этого хватит. На крайняк я наставлю вот таких вот блоков сюда еще. Вот так, штучек 6. Выведу туда солнечные панели, и мы сможем с вами нормально, неплохо так, как говорится, жить. Так, давайте достроим вот эти два шлюза. Шлюзы буду делать двойные, мало ли. Тут бывают метеоритные эти такие дожди. Не хотелось бы, чтобы была разгерметизация, как в фильме «Марсианин». Так, хорошо. И давай еще сюда. Электроники вроде у нас с вами хватает. Есть и второй давай. Все, отлично, с этим мы закончили, с этим хорошо, идемте посмотрим. Идемте посмотрим, только, наверное, сейчас нужно будет посмотреть, что у меня тут с водичкой, это питает сюда, да? Угу. В хранилище все еще по нулям, потому что растения у нас много едят, а здесь у нас хранилище 126. Ну, то есть, как я делаю, тут до 200-ки доходит, а просто пока месяц. Меняю местами трубы, чтобы тут хотя бы копилось вот так. А в дальнейшем я надеюсь, что мы сможем улучшить нашу насосную станцию и водички будет побольше. Так, идемте смотреть. Идемте смотреть. Производство кислорода, наверное, мы с вами перенесем. Да, мы с вами его перенесем. Оно здесь нам не... Ага, я не ту взял. Вот, мы с вами его перенесем, оно тут нам не нужно. Отлично, здесь принтер 3D тоже мы забираем. Шикарно. Я лучше, наверное, сюда поставлю еще один холодильник вот такого плана, да? Или нет, или да, или кого, или чего. Может быть, отсюда перенести просто принтер еды в эту сторону. Как думаете, да? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Все, отлично. Сюда мы ставим принтер еды. Где ты наш? Вот. Это ж ты? Это ж... Нет, это нет, это принтер. Это не то. Где ты наша штука? Вот упаковка. Ну, алло, алло, упаковка. О. Все, шикарно. Берем в руки горелочку.
Нужно будет, наверное, разгрузить наш холодильник. С 70% скафандра. Да, нужно будет, наверное, разгрузить наш холодильник, позабирать этот весь хлам и посмотреть, есть ли тут у нас обычные ящики. Есть ли такая штука? Вот шкаф. Нужно будет взять шкаф, сделать, скрафтить на нас по нулям. Шкафчик по нулям. Прокачать модуль, обеспечивающий убежище, используется для длительных подходов. Ну да, это тоже нам надо будет. Тоже нам надо будет. Это что у нас? Позволяет построить резервуар с кислородом. Резервуар с кислородом. Я так, если честно, я так и не понял, как добывать тут кислород. Станция насосная у нас там есть, но куда ее подключать? Нужен чертеж расширения колодца. А у нас нема чертежа. Плохо. Что я могу сказать? Плохо. Так, и отсюда, наверное, бутина будет убрать или нет. Посмотрим. Так, пока мест нам три штуки эти запоглаза. Станции. Пока растут, пока нормально. 3,85, но мы с вами еды наделали. Так что идемте смотреть. Бля, как красиво. Да ты шо. Все. Давайте тут, наверное, мы с вами будем и устанавливать чертежи. Давайте все откроем. То, что у нас есть на данный момент. Чтобы ничего не упустить. Так, это вездеход. Понятно, холодильник нет, нам пока не надо. Это коридоры. Принтер. Давайте принтер, наверное, мы сюда пахаем. Отлично. Дальше мы сюда ставим верстак. Верстак. Ты где? Алло. Верстак. О. Бум. Верстак сюда ставим. И добычу, наверное, кислорода, да? Где эта штука? Так, насосная станция не тот. Вот. И тут мы сможем с вами добывать кислород, если ты встанешь. Либо тут будем добывать. Давайте, наверное, мы его сюда поставим. О, шикарно. Давайте сделаем. И как раз посмотрим. Все. Но сюда тоже, по-моему, и вода, и еда поступает. То есть и вода, и энергия, да. 120 литров, да. То есть если мы захотим здесь расширяться, то нам, в принципе, не нужно будет подключать дополнительные кабели. И 39,26, а у нас 60. То есть у нас еще, в принципе, нормально запас есть. Можем разные штуки ставить, я надеюсь на это. Так, ну, мастерская. Все, отлично. Нужно будет потом дойти до шкафчика, выделить место под шкаф, наверное. Где-то в уголку я поставлю шкаф. Здесь у нас входа-выхода не будет. Все, в принципе, здесь мы, наверное, справились. Идемте. Да, идемте обратно. Попробуем потратить с вами очки навыков. И да, и по этой игре мне, наверное, не будет определенных каких-то таких видосов целенаправленных, что сегодня мы делаем то, завтра мы делаем этот, потому что, ну, сами видите, что есть, то есть. Так, ботаника, давайте смотреть, что мы можем с вами делать. Так, специальная система выращивания растений, замедляющих увядание. Ну, прикольно. Здесь получите большее количество семян с использованием машины для извлечения семян. Да, эта штука мне надо. Хорошо. Да-да-да, хорошо. Здесь у нас что? Маленький ящик обеспечивает... Облегчает перенос растений при пересадке. Так. Это тоже хорошо. Новая технологическая точка. Давайте посмотрим. Это мы делаем в принтере электроники, либо мы сможем здесь есть оно. Так, принтер. Буду принтером электроники называть его. Так что, сори. Машина для модификации семян не то.
Не то. Идемте, сбегаем к принтеру, посмотрим. Может, там появилось. Тем более я еще сделал себе это как его улучшение для нашего вездехода. Можно туда будет тележку присоединять. Так, давай смотреть, что мы можем тут делать. Кто ты? Сеялка, ящик для пересадки. Ага, маленькая труба. Кетчупов, бла-бла-бла. Но это нам пока мест не надо. Я и вручную так пересажу. Ящик для квадрокоптера, да? Квадрокоптера. Может, попробуем сделать ящик для квадрокоптера нашего? Только нужно будет сбегать домой, забрать руду, которая у нас есть. Ну, либо мы можем сделать ее там дома у себя. Просто когда я буду переезжать, я хочу разобрать полностью вот эту вот штуку. Я думаю, нам не нужно будет или нужно будет. Идемте смотреть. Потому что мета по большому-то счету хватает эти как его вот этих вот отделений инвентаря, чтобы закинуть сюда металлы, так как я не могу долго путешествовать. И на квадроцикле, ну то есть, ну пусть может будет на всякий пожарный. Давайте закроем дополнительное место. Все, хорошо. Идем смотреть. Ящик для... Во, оно. Долго делается. Ладно. И готово. Инвентарь. Так. Бумс, иди сюда. Идемте смотреть, как эта штука работает. Сколько времени? 18:36. Ну, еще, в принципе, нормально. Еще до 8 можем поиграть с вами, крыться на уличке. У мячик. Так, что мне нужно с тобой сделать? Перенести, наверное, его в свободный слот, да? И нажать на единичку. Или что? Не понял. Так, хорошо. Ну. Вот она чё. Ля-ля. То есть я могу спокойно отсюда переносить вот так. Не, ну это полезная штука, смотри. Я предлагаю сделать еще одну. Согласны? Мало ли пригодится. Так, это что у нас валяется? Забытый планшет. Ля, надо. Давай посмотрим, может у нас какая-то новая технология там будет. Так, давай, дай мне что-нибудь хорошее. Расширение колодца. Во, а мне нужно где-то было расширение колодца. Напомните мне, пожалуйста. Где нам нужно было расширение колодца? Вот. Отлично. Теперь мы сможем с вами поставить, позволяет построить резервуар с кислородом. Надо будет накопить очки опыта. И, наверное, попробовать прокачать. Не знаю, но резервуар резервуаром, но это, наверное, просто обычные баки, да? Наверное, будет просто обычные баки. А зачем нам обычные баки? Резервуар для колодца. Угу. Шкаф, шкаф, шкаф. Короче, я не могу понять. Так, что я хотел? Я хотел себе сделать ящичек еще один, да, и потом сходить. Чтобы мало ли, может, вы мне поможете, подскажете. Давайте делать ящик. Так, готово. Так, инвентарь сюда. Идемте смотреть. Что по времени 19:37. Еще нормально. Так, давай переносим мы тебя в инвентарь. На единичку я сказал, и бум, все, теперь у нас две штуки с вами. Это наша, это контейнер, конечно, 2, 4, 6 на 12 отделений, но лучше так, чем вообще никак, правильно? Вот, что я хотел узнать, как мне с этими гребаными вот этими вот, что с ним делать?
с этим резервуаром? Что у меня тут? Насосная станция. Куда ее нужно подключать? Устройство не обнаружено. Устройство не обнаружено. Типа, что мне с ним делать? Почему я не могу кислород здесь качать? Куда его нужно подключать? Что мне нужно подключать? Понятно, что нужно отсюда где-то мне добывать кислород. Но через воду я не могу. Я пробовал сюда подключать воду. Воду кислороду. Но это ж так не работает. Warning. Так, предупреждение. Ожидается значительное понижение температуры. Ладно, пойдемте поспим. И дальше продолжим. То есть будет ли дальше какая-то система добычи кислорода конкретно в помещении? Потому что я-то его так произвожу, этот кислород, он мне и не нужен. Но хотелось бы делать себе жилые капсулы, в которых могли спокойно спать с вами на кроватке, снимать шлем и не париться. То, что у нас, к примеру, он закончится. Хотелось бы себе уже поставить кровать, но, наверное, надо будет не такую делать комнатку себе. Плюс еще нужно будет ванную комнату поставить, гостиную, там, рабочее место. Блин, открывать и открывать. Только для этого все равно нужны чертежи. И это беда, печаль. Я не знаю, где их находить. В округе я уже почти все объездил, если честно. Так, давай до 9-10. Во. Хороший 20-часовой сон никому не помешает, правильно? Oxygen 50%. Кислород 50%. Хорошо, сейчас мы с вами это все исправим. Где нашу 2? Бум, H2, бумс. Давайте заполнять. Так, автосохранение было, видел. Все, хорошо. Идемте, автосохранение, это хорошо. Идемте заполним водичкой. И дальше попробуем посмотреть, что у нас еще есть по поводу прокачки. Ну все, 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 все. Хватит. Наполнить бутылочку. Заполнение, отлично. Так, куда тебя подключать нужно, падла? От чего ты работаешь? Ну ладно, чего-то он по-любому-то работает. В дальнейшем, наверное, развиваться мы будем прямо сюда. Я дальше хочу, наверное, солнечные панели у нас должны будут быть большими, не маленькими. И я хотел, давайте внутрь, да-да-да, внутрь зайдем. Я хотел посмотреть, что мне нужно дойти до болгарки. Где наша болгарка? Вот. То есть, так, внедорожник это мы открыли, теперь нам нужно будет, что это такое? Технология позволяет достигнуть транспортным средством. А, дистанционно даже можно. Прикольненько. Так, вторую болгарку-то я прокачал, но по этой ветке мне нужно будет пойти. Вот до этого момента. Так, лабораторный стол содержит все необходимые инструменты для более сложных исследований. Это раз. Дальше мне нужен будет какой-то чертеж, правильно я понимаю? Антитела. Либо не нужно будет. Где наша болгарка? Ага, вот болгарка сверху. Так, технология открытия. А технология открытия верстак. А, ну значит, в принципе... В принципе, верстак есть, технология открыта, болгарка 2 есть, нужен чернеж, измельчитель. Короче, найти измельчитель, качать болгарку до 3 уровня и разбирать вот эти все постройки. Так как в них есть много классных штук. Так, ладно, здесь по нулям, здесь у нас тоже по нулям. Здесь у нас две штуки есть, куда мы их вложим с вами? Что это такое? У нас есть оно. Нужен чертеж. Ага. Так, давайте, наверное, пойдем увеличивать производительность солнечных панелей. Да. Electricity. Все, хорошо. У нас теперь там, по-моему,
Теперь у нас, по-моему, 70 выдает, а не 60. Так. Помогает пользоваться при работе за верстаком. Electricity, technology Бом. access level increased. Available point for technological Ага. advancement. Нужен чертеж. Понятно. А здесь увеличивает емкость персонального аккумулятора. Ага, это наш аккумулятор, но, по-моему, я его вкачал, правильно? А нет, не вкачал, потому что... Или вкачал? По идее, вкачал. Должен быть вкачанный, да. Так, это что такое увеличивает емкость аккумулятора в транспортных средствах? Тоже вкачано. Значит, вот сюда. Обеспечивает скафандр, эффективно уменьшает расход энергии. Вот. Electricity, Все, technology access level хорошо, increased. отлично. Available point for technological advancement. Да. Так, давайте, наверное, сходим. Сейчас посмотрим, что у нас по поводу еды. 78. Во, скоро будем собирать с вами картосю. Скоро будем собирать картосю вот тут. А здесь еще пока мисс рановасенько, да. Ну и хорошо, идемте посмотрим по поводу верстака, что мы там с... Ой, не туда пошел. Все, откройся, пожалуйста. Да. Отлично. Нужно будет потом не забыть покушать и зарядить свой скафандр. Так, вот здесь нам что-то будет типа помогать, да? Делать или что? Так, починить. Ага, у нас есть какая-то поломанная плата. Не то нажал. А давайте посмотрим. По-моему, у нас где-то была поломанная плата, да? Сможем ли мы ее починить? И зачем это нам надо будет? Так, давай смотреть, что это у нас тут. Средняя монтажная плата. Ну, вроде все зелененькое. Вроде поломанных нету. Ну, давайте ее возьмем, посмотрим, так ли оно работает, либо не так. Инвентарь вот иди. Давай ты сиди сюда. Все, идемте смотреть. Чтобы понять хотя бы, как это все будет срабатывать. Так, угу. Это что? Давай плату, да? Берем сюда. Бум. Починить. Хорошо, отлично. Корпус. Так, давайте смотреть, только неудобно смотреть. Так, тип памяти нормальная, плата нормальная, правильно я понимаю? То есть мы открываем здесь и смотрим то, что нам нужно, ищем... Какие-то, к примеру, штуки. Это можем. Тип памяти 1. Так, а здесь у нас... Так, не то. Тип памяти 2. Тип памяти 1. Берет тип памяти 1 и сюда вставляем, правильно? Угу. Ля. Да ты шо. Прикольно. Ладно, как отсюда выйти? Все, не хочу больше делать, не хочу ремонтировать. Закройся. Все, вернулась назад. Понятненько. Все, теперь мы можем с вами чинить платы. Конечно, это все геморройно, но ладно. Так, что у нас тут новенького есть? Либо ничего нету, да? Да, ничего, только украшения, радио. Книга. Тарелка, книга. Не, спасибо. Так. Не знаю, стоит ли тут ставить кровать, либо делать какой-то отдельно жилой комплекс. Так, возвращаемся назад. Давайте смотреть, что у нас по поводу... чертеже еще. Так, 000, правильно? У нас только ботаника осталась. Так, маленький ящик, это понятно. Ага, это что у нас? Система выращивания растений ускоряет их рост. Botany, technology access level increased. Так, available point for technological advancement. Хочу. Где ты находишься? Улучшение, нет, не то. Насосная станция не то. Машина для
Модификации семян. Нет, по-моему, не ты, да? Барт для растений, верстак, упаковщик, принтер мастерской. Это ты? Или ша? Или кого? Ну да, это ты. Вот это вот ты. Так я так и не понял, что мы с вами натыркали. Ускоряет их рост. Или это просто автоматически, но ускоряет. А здесь? Так, оптимизованный концентрат, ага, который извлекает и сжимает количество кислорода из... А ну? Botany, technology access level increase. Что это Available такое? point for technological advancement. Так, дай посмотреть. Дай посмотреть. Что нам добавили? Ничего, ничего. Так, улучшенный аккумулятор, батарея. Насосная станция. Принтер мастерской. Идея. Это штука. Инкубатор для растений. Так. СМ2, насосная станция. Нет, ну это у меня все было. Это у меня все было. Это что такое? Ну, иди мне его найти, ну, я тебя открыл. Я тебя открыл, или что, или где, или кого? Кто? Кто козел? Так, рост растений нет, еще рановасенько, рановасенько. Как эту штуку, как проверить, работает ли она, не работает? Как проверить? Что я натыркала? Почему у меня не могу ничего делать? Или это надо в принтере электроники все делать? Так, ладно. Идем смотреть. Или это все идет через инкубатор, который типа я не захотел. Но нет, тут ничего не появилось. Телка, анализатор, пульт, ящик, воздушный компрессор. Да, так. Вертолет? Серьезно? Ля. Вертолет, вертолет, забери меня в полет. Алюминиевая пластина есть, маленькая труба есть. Шурупы у нас с вами тоже, по-моему, есть. Engine Unity. Попробуем сделать оно. Маленькая труба, пакет шурупов. Так, давай сюда. Или куда? Так, маленький... Труба, шурупов и пластина. Оно, алюминий, инвентарь. Где ты? Ну? А куда тебе меня, тебя его, чувак, его инвентарь? Инвентарь. Или это надо в дробилку засовывать? Давайте попробуем в дробилку засунуть. Прикольная. Так, это не для дробилки. Давай, раз, два, три. Распечатка. Во, есть, правильно? Ежишь? Есть, ну. Добавить. Что не так? Почему не могу? Или, а, мне надо его открыть, да? Правильно понимаю? Я не могу сейчас его сделать, мне нужно найти чертеж, наверное. Или что? Или кого? Или где? Процесс печати, инвентарь. Ну. Все? Я хочу вертолет. Я хочу гребаный вертолет. Ну и ладно. Не хочешь и не хочешь. Короче, я не нашел. Что мы можем с вами, как говорится, нет, не туда. Что мы с вами можем сделать? Ну все, по нулям. Дальше у нас идет что? Содержат все необходимые инструменты для более сложных исследований. Каких исследований, чего исследований, когда мне откроется вот эта вот вторая штука по поводу электроники. Так, что мне нужно? Мне нужно там, получается, что я говорил, мне нужно найти затерянный ноутбук. А на затерянный ноутбук я могу найти только съездив куда-то, поискав это.
заброшках. Так, давай смотреть, что ты тут у нас. 84, 39. Ну, типа, рост должен быстрее уже идти, правильно я понимаю? Насколько я понимаю. Хотя, как говорится, понимаешь, когда... Когда понимаешь. Ладно, ты давай пока мезь вот сюда. Сюда нужно будет сделать шкафчик. Что у нас тут еще лишнего? Вроде ничего лишнего нету. Правильно? Правильно. Идемте на уличку. И подумаем, куда бы съездить бы посмотреть. Короче, чтобы вы понимали, до горизонта, до вот этого до горизонта, я здесь полностью все объездил. В разные стороны. А ехать больше и дальше. Сейчас сколько у нас сейчас дня? Блин, а я не успею, наверное, до 7, да, вернуться до 8. Так, не, встань. Ладно, давайте попробуем куда-то загонять, посмотреть, где я был, где я не был. Все, шикарно. На новом скутере, как говорится, у нас это будет дело быстрее идти на нашем вездеходе. Он выдает нам как раз сколько тут? 30 километров, 32 километра в час. А до этого было 20. То есть вот это я тут лутал. Там я лутал. Дальше с левой стороны, по-моему, я тоже лутал. Главное не заблудиться. Давайте попробуем когда-то съездить. Может, мы найдем с вами палату какую-то, я не знаю. И найдем забытый ноутбук. Да, и главное здесь аккуратно ездить, потому что я уже разбился, если я уже шлем повредил. Не, минуты без приключений. Не знаю, в принципе, я что-то и строил, и по большому счету серия ни о чем была. Так, там мы были, там, по-моему, мы с вами были уже. Если не ошибаюсь, там, по-моему, мы забирали с вами в прошлой серии какую-то штуку, где я не успел вернуться домой. Ну ладно, давайте попробуем съездить. Главное теперь потом назад и направо. Так вот, по поводу серии. Вроде что-то я делал, вроде ничего не делал. Я не знаю, что в этой игре прям такого строить, либо делать. Вся жизнь заключается в том, что я вот так еду 40 минут до камня, фармлю его, забираю обратно, иду, ложусь, кушаю, пью, кислород пополняю, заряжаю свой массоцикл, заряжаю это, где скафандр, и ложусь спать, и все по новой. Не знаю, интересная, прикольная игрушка, но, блин, сильно долго все происходит. Не люблю, когда все сильно долго так происходит. Так, давайте остановимся. По-моему, мы здесь уже были, если не ошибаюсь. По-моему, мы с вами были. Так, сейчас, одну секундочку, одну секундочку. Так, хорошо. Идемте смотреть. Оно еще подлагивает, не прорисовывается. Вроде игра не требовательная, а вроде жрет, что не в себя. Так, а ну, удиви меня, скажи, что мы тут не были. Мы, по-моему, тут были, да? Да, но с помощью болгарки, конечно, тут хорошо это разбирать вот такие вот предметы. Плюс вам за это даже дает опыт. Вот. Опа, и далее. Так, что мы смотрим? Это у нас на фиолетовое. Это что у нас? Это материалы. То есть у нас, к примеру, 2679. Сейчас мы чуть-чуть поработаем. Сказал, поработаем. Вот, 2679 было, да? Бом. И 2730. Ну, то есть, вы понимаете, да? Так, поездить по базам, пофармить. Немножко, как говорится, поработать болгарочкой. Вот вам еще одно очко опыта и навыка. Так, идемте смотреть, если тут... Ага, а я тут уже был, я тут уже разобрал, как видите, да. То есть нам тут нечего вообще ловить. Ну не знаю, ну что мне остается делать? Это ехать домой,
ложиться басечки, потому что уже 4 часа, через 5 часов будет темновастенькая. И буду замерзать. Ехать домой, ложиться спать, просыпаться в 9 утра, брать свой мопед и ехать куда-то дальше, искать, получается, эти чертежи. Чертежи. А тут есть вообще мини-карта? Тут на М есть мини-карта. Во, а вот я, да? Ага, а наша база. Это что такое? Это база, на которую я приехал, или что это? Где это? Кого это? Я могу тут метки ставить? Так, отслеживание. Удалить. Здесь у нас что? Угу, очень интересно, но ничего не понятно. Короче, нужно будет разобраться с мини-картой. Как-то. Посмотреть, поставить точку, чтобы я не заблудился, и поехать подобывать, поискать, потому что, в принципе, здесь уже ловить нечего. Так что, давайте так, либо уже в следующей серии мы с вами продолжим что-то делать, либо я, если будет что-то интересное, запишу, подключу и вставлю в этот ролик. Если нет, то всем пока-пока и до потом. И уже, не знаю, может, на днях пофармлю, потому что реально долго в этой игре все происходит. Может, запишем там, откроем новые здания, новые технологии и будем дальше смотреть, сможем ли мы тут выжить. Так что все. Всем мур-мур и до потом.